Первые, но уже довольно уверенные шаги. Встать на специально оборудованные лыжи маленькая Олеся мечтала давно. Не было возможности. На обычных девочке с ДЦП не устоять. Благодаря проекту «Лыжи мечты», который реализует благотворительный фонд «Крылья ангела», у девочки заветное желание наконец воплотилось. 3 дня назад она встала на настоящие горные лыжи. А уже сегодня совершает восхождение в гору. Ну, эмоции, конечно, непередаваемые. Я всегда переживаю за дочь, всегда восхищаюсь ею, потому что она большая труженица. Вообще, то, что нравится ребенку, конечно, в первую очередь нравится и мне. Стараемся как бы вместе мы, да, все это заниматься вместе и воплощать все это в жизнь, все наши мечты. Помимо Олеси, на лыжню вышли еще 5 особенных ребятишек. Все занятия бесплатны. Детей тренируют опытные инструкторы. Организаторы признаются, социальный проект воплотился в жизнь благодаря федеральным спонсорам, которые закупили специнвентарь и подарили детям возможность развиваться полноценно. Ребятишки катаются с ки-бра, дающие детям, даже которые не могут, колясочкам, которые не могут ходить, стоять, держаться на лыжах. Какое рвение у них, какая вот жажда научиться этому, и насколько положительных эмоций они от этого получают. Я думаю, у них все получится. На занятия записывают всех особенных детей, независимо от диагноза и степени тяжести заболевания. Правда, пока тренируют только ребятишек из Барнаула. Когда появится дополнительное оборудование, рассказывают организаторы проекта, покорить лыжную трассу смогут дети со всего края. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.